У тебя там бомбы остали? Да. Чё это он у меня выключился? Кто? Ночник. Взял, выключился. Я что-то не вкуриваю, так, погоди. Legend берешь? А, ну да. 120 тысяч. А? R8. Нахер не нужно. С максималкой проблемы. Я тут в футбол играю, подъезжай. Футбол? Да, шарик? Угу. Ни хера себе. Жесткий тип. Будет не оттоптать. Я за него забирался. Там право. Он мне фару разбил. Проблемы с его транспортировкой. Он застрял. Как? Просто. Да, он застрял. Он же круглый. Круглые шарики застревают. Я уже слышу, чем ты его там транспортируешь. Изначально только не уничтожь его. А, возможно. А, я его вижу. Больше нечем его толкать.
Надо до воды его. Надо, короче, этот. Трактор. Экскаватор, да. Тормози, сука. Тихо-тихо, не выталкивай его в колею. Стоять. Валя, забор ломает. Нет! Блять! Фу. Я держу. Да ебить твою налево, в чё я упираюсь? Тут заборчик. Он остановился. Ты езжай до стройки, чё ты? Далеко же. Ты куда-то торопишься? Ну. Мы все завезли. Чё? А где здесь ближайшая? В карьере? Там нету. Где здесь еще стройка? А, южнее мастерской, которую ты убил владельца. Прям сразу снизу там строй. Ты прям так уж убил. Сейчас утопим шарик. Поехали съездим навестим Бенни таким же способом. Я ему его ценники в жопу запихаю. Я нашел способ, как его разгонять. Его можно разгонять? Да. Какой способ? Крутить его, ну то есть не прямо в него врезаться, а... А крутить его? Да, чтобы он крутился как вокруг своей оси, словно. Но чтобы эта ось немного была под углом. Я его все-таки спустил в воду. Уже? Да. А почему он тонет? Он же не тонул. Зачем я поехал за трактором? Зачем я за трактором приехал? Не, ну я просто нашел способ. Приезжай. Куда? Да, куда? Поезжал. А ты все-таки на тракторе? Нет. Я обиделся на трактор.
Слушай, или я что-то не понимаю? А, ну да. Я что-то не понимаю. Стреляю в Ауди вперед. Уже высадил 5 магазинов. Думаю, кости она не справится. Движок-то сзади. В любом случае, я ей даже колеса не смог поставить. Ладно. Ну, не ехать-то.